Герр Кёльнер, к вам епископ Шлойде. Да-да, я жду его. Да? Константин Федорович, можно к тебе? Игорь, я уже домой собрался. Тут какой-то парень опять пришел, поговори с ним. Кто он? Да пристал один. Ментов насмотрелся, к нам хочет. Ментов насмотрелся, пусть к ментам и идет. Мы люди серьезные. Я ему объяснял. А он? А он настырный. Измором берет. Каждый день приходит. Отшей его. У тебя получится. А почему это я? Ну, у тебя вид такой. Тебя люди боятся. Ты совсем не изменился. Клаус. Неужели папа благословил епископов врать? Я тебе не вру, Вилли. Ты выглядишь прекрасно. В моем случае форма не соответствует содержанию. На прошлой неделе я был у врача. Ознакомься. Это ничего не значит. Я знаю сотни случаев, когда с таким диагнозом живут десятки лет. Какие десятки? Я и так зажился на этом свете. Все в руках Господа. Я его должник. Вот, я давно хотел это сделать. Боюсь, что у меня больше не будет времени. Это все мне, Билли? Нет. Это ему. Боюсь, что это не перевесит количество моих грехов. Вильгельм, не говори ничего. У меня к тебе серьезный разговор. Я хочу исповедаться. Что же это вы, Петр Николаевич, по специальности работать не хотите? Профессия у вас хорошая, людям нужная. Так я ж не спорю, но всегда хотелось какие-то преступления расследовать. Вот вы думаете, пацан детектив насмотрелся, я вам клянусь, я тут больше пользы принесу. Ну, это... Не верите? Думаете, хвастаюсь, да? Да вы мне дайте какое-нибудь задание посложнее, сами убедитесь. В милицию обращался? Обращался. Чуть в обезьянник не посадили, еще и денег слупили. За что? Да не за что, за что. Был бы за что, не вообще. Константин Федорович, я вас прошу, дайте мне какое-нибудь сложное задание. Сами убедитесь. Ну, спорим.
заметано. Посиди-ка пока. Значит, это и есть твоя тайна? Да. Кто-нибудь еще об этом знает? Ты. И? Она. Ты что-нибудь пытался о ней узнать? Раньше это было опасно для нее. А потом? Потом я боялся, как она меня примет. Сейчас, значит, уже не страшно. Сейчас мне ничего не страшно. Я должен поехать в Россию. Позвони мне, как приедешь. Обязательно. Я буду за тебя молиться. Спасибо, Клаус. Спасибо, что предупредил, Гюнтер. Да-да, конечно, я о тебе не забуду. Черт! Отто, дорогой, что случилось? Ужин отменяется. Старый хрен что-то пронюхал. Он сегодня летит в Москву. Зачем? Никто не знает. Он все делает в строжайшей тайне. Летит совершенно один, даже без Гюнтера. Ты думаешь, это связано с твоей работой? А с чем же еще? Он распорядился найти ему в Москве детективное агентство и независимую переводчицу. Он мне не доверяет. А к тому же он не желает пользоваться услугами нашего московского офиса. Это проверка. Если он узнает о делах, которые я прокручиваю в Москве, он меня точно вычеркнет из завещания. Я тоже должен лететь. И тоже тайно. Герр Кёльнер. Да. Нам пора ехать, в Москве пробки. Вы можете опоздать на встречу. Да. Я был одним из тех, кто его строил. Более полувека назад. Необходимо приводить в порядок всю документацию. Никаких откатов. Мы никому ничего не даем. А я смотрю, Отто, у тебя дядя-то святой. Он и не знал, что в России без этого и шаг нельзя сделать. Просто он не догадывается, в какие суммы это ему обходится. А я могу сказать, половина нашего бюджета. Половина? Половина. Я до сих пор не могу понять, почему вы, русские, кормите своих взяточников? Отто, почему только своих? Вашим же тоже перепадает. Увы, Отто, это правила игры, и не мы их придумали. И не нам их менять. Тебе что же неплохо с этого перепадает? А, Отто? Здравствуйте. А это вы? Я. Значит, вы хотите найти эту женщину? Sie wollen diese Frau finden, ja? Ich kenne nur ihren Namen und die Straßenbenennung. Господин Кёльнер говорит, что он, к сожалению, помнит только ее имя и улицу, на которой она жила. Плющиха. Плющиха?
Я-я. Плюс Чиха. А как фамилии вашей знакомой? Тинахнама. Самойлов. Анна Самойлов. Аня. Самойлова? Да. Редкая фамилия. Но она могла и поменять ее. Угу. Сделай копию. Ой, Готтес Виллен. Господин Кёльнер просит быть осторожнее с фотографией. Это единственное, что у него осталось от Ани. Хорошо. Значит, ты говоришь, что завтра у нас? Петруха, ком цу мир. Ну, квикли, квикли. Что это вы, Игорь Викторович, по-немецки заговорили? Ну, так и тебе тоже скоро придется. Выходим на международный уровень. Держи. Вот эту девушку нужно найти. Ну, сам понимаешь, она немного изменилась за 62 года. А что поделать? Такая наша работа. Нет, мы, конечно, понимаем, что тебе интереснее было бы какую-нибудь фотомодельку отыскать. Но, увы. Да не, мне без разницы. Главное – работа. Иди, иди. Конечно. Странно. Прилетел рано утром, а в офисе так и не появился. Не надо расслабляться, Паша. Ты не знаешь моего дядюшку, к своему счастью. Думаешь, он уже собирает по нам информацию? Ну, скорее всего. Ну, на твоем месте я бы не волновался. Не волновался? У меня вся жизнь поставлена на карту. Ты не представляешь, чем я рискую. Ну, здесь, в Москве, ты точно ничем не рискуешь. В свое время вот ты помог мне. В России такого не забывают. Поэтому я тоже время зря не терял. И кое-что для тебя предпринял. Что? Только не удивляйся. Но я бы попробовал. Да? Я бы попробовал. До свидания. Каким образом так поменялся? Привет. Завтра господин Кёльнер Пётр начнет искать вашу девушку. Morgen wird Peter beginnen, um Mädchen zu suchen. Morgen. Господин Кёльнер спрашивает, почему только завтра? Ну, потому что уже 2 часа, а нужно ехать в паспортный стол, в милицию. У вас нет милиции? А что, они не работают? Вообще-то работает, но... Господин Кёльнер просит прощения, но у него очень мало времени, и он боится, что не успеет. Вы скоро улетаете? Вальфлеген? Nein. Einfach keine Zeit. Нет. Вообще мало времени. А, да не проблема, я сейчас займусь. Конечно. Да, очень хороший парень, наша надежда. Иди, иди. Auf Wiedersehen. Для тебя кое-какую информацию собрала. Дедуля ваш в агентстве заказал себе переводчицу, Наталью Ковальскую. Вот ее телефон. Потом они поехали в детективное агентство, группа R. И там они до сих пор ведут переговоры. О чьем? Ну уж этого я не знаю. Ты думаешь, что Викуля и правда Матахари, да? Большое спасибо. Никак не могу привыкать к русским девушкам. Красивые, да. Вот только такие меня и держат в этом. В Фатерленде.
Это Вика. Она проститутка? Вот. Ну зачем так грубо? Вика девушка с широкими связями, большим опытом. А как бы она еще узнала про твоего дядю? Потому что у нее в Шереметьево, начиная от таксистов, заканчивая начальниками таможни, одни друзья. И переводчица твоего дяди она тоже очень хорошо знает. И днем, и ночью ездят и ездят на своих тарантайках. Покоя от них нет. Ни днем, ни ночью. Боже, это подростки веселятся, а я по делу. Какой подростки? Посмотри на себя-то. Усы-то у самого не выросли еще. А я не отращиваю. Не отращиваю. Скажи уж честно, не растут они у тебя? И вообще ничего у тебя не растет. Ты что, по делу, что ли, сынок? Да вот женщину одну ищу. Ах, женщина. Это, наверное, Валька из 22-й квартиры. Она у нас самая видная. Вот эту рядом с мужчиной. Так это ж в каком году, сынок, было-то? 51-м. Ох ты, и на что тебе она? Да так, попросили найти. Попросили? Так это Анька. Ну да, Анна Самойлова. А это ее фашист. Она с ним путалась. Вот Бог ее и наказал. Это каким образом? Ну, каким образом? Ее отправили в лагерь. И по делам ей, шлюхи немецкой. По делам ей. И правда, по делам, Рита. Спасибо. По делам, шлюхи немецкой. Ой, да ладно, что я? Кстати, о переводчице. Ты не смог бы с ней поговорить? А почему сразу я? У тебя ловко получается с женщинами. Ну, невелика наука. Им нужно только одно. Секс. Деньги. Ну, или на крайний случай бриллианты. И все. Ну, а ты попробуй. И увидишь. Бог мой, я столько уже потерял времени, а ты меня хочешь, как это у вас говорится по-русски, разводить деньгами? Отто, никто тебя не разводит. Не хочешь по-красивому, сделаем по-простому. На, только будь с ней поуверенней. Женщина это любит. Возьмите, пожалуйста. Guten Tag. Здравствуйте. Guten Tag. Здравствуйте. Guten Tag. Я не думал, что результат будет так скоро. Русские медленно запрягают, но быстро ездят. О, verzeihen Sie. Простите. Да-да. Да, алло. Это Наташья? Да. А с кем я разговариваю? Это не важно. Мне ваш номер телефона дали друзья и отрекомендовали вас как очень хорошего переводчика. Вам нужны мои услуги? Я. Вы знаете, несколько дней я буду занята, но потом после... Ой, я не буду вас очень долго отвлекать. Нам нужно сегодня встретиться и обсуждать кое-какие детали. Ну, хорошо, я освобожусь после 6 часов. А если вас не затруднит, около отеля Суворов. Простите, я должна идти. Ну, хорошо, до встречи. Мы договорились? Ну вот. Здравствуйте. 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 Господин Кёльнер, нашим сотрудникам удалось найти Анну Самойлову. Где она? К сожалению, Анна Владимировна давно умерла. Leider ist sie gestorben. В 67-м от туберкулеза. In 67 von Tuberkulose. По законам того времени за связь с военнопленным она получила несколько лет лагерей. Sie hat etwas Jahre der Lager bekommen. Вы не знаете, где ее могила? Пока нет. Leider nicht. Я могу, в принципе, ее родственников поискать, там, братьев, сестер. Geschwister. Да это keine Sorge. Может, у нее дети были? Vielleicht konnte sie Kinder haben? Ja, sie konnte sicher Kinder haben. Ja. Да, у нее могли быть дети. Обязательно узнайте. У русских есть одна неприятная привычка. Они все время опаздывают.
Отто, ну ты забыл про наше расстояние. И вообще-то хватит критиковать страну, которая нас кормит. А вот и наша фройляйн. Очень рады с вами познакомиться. Спасибо, я тоже. Может, вас подбросить? Нет, у меня здесь встреча назначена. А то у нас широкий выбор от транспорта, от джипа до мопеда. В другой раз обязательно. Всего доброго. Всего хорошего. Наташа? Да. Это я вам звонил. Прошу. Присаживайтесь к нам. А может, нам лучше пойти в бар, в ресторан? Да что вы, поверьте, здесь намного уютней. Я вас совсем не знаю. Отто фон Шлихт, президент компании Kölner Group Russland. Kölner Group? Да? Да, да, я племянник вашего клиента Вильгельма Кёльнера. Ну вы присаживайтесь, что вы стоите? Петруха, ты молодец, молоток. Петруха, ты разузначил это дело? Доводи его до бухгалтерской ведомости. Найдешь немцу родственников, купишь себе новый. Да мне и на этом неплохо. Хороший парнишка. Да, толк из него будет. Не зря мы его взяли. Поехали. Поехали. Вы что, предлагаете мне шпионить? Ну что вы, просто информировать о передвижениях моего дяди. А почему вам самому у него об этом не спросить? Дядя слишком стар. Если вы заметили, он немножко не в себе. Нет, не заметила. Простите, у меня другая профессия. Подождите, Наташа, ну куда же вы? Вот как. И какая ж? Уж не это ли? Ваше прошлое от вас не уйдет. Вспомните 97-й год. Гостиница «Интурист». Это что, шантаж? Да нет, что вы. Поймите моего немецкого друга правильно. Он просто не хочет, чтобы эти фотографии увидел ваш сын. Или его школьные друзья. Дядя, я готов стирать всю память о вашем прошлом, если вы помогать разбираться мой будущий. Ваш дядя прилетел сюда, чтобы найти свою любовь. Что? Они встретились во время войны, и потом он ее больше никогда не видел. Это что получается? Тайный визит? Детективное агентство – это все ради какой-то престарелой женщины? Она умерла. Представляю, как расстроился Кёльнер. Что, дядя теперь летит в Германию? Нет, он остается здесь, чтобы найти своих наследников. Что? Ваш дядя предполагает, что в России у него могут быть наследники. Nein, Klaus. Нет, Клаус. Sie ist verstorben. Она умерла. Beten wir. Помолимся за ее душу. Nein, nein. Нет, нет. Ich muss noch kurz Я должен bleiben. Задержаться в Москве. Ich will wissen, чтобы найти ее детей. Благодарю тебя, дорогой Клаус. Danke. Благодарю. Да, слава богу, что твой дядя приехал не с проверкой. Еще неизвестно, что лучше. Ты не представляешь, что будет, если мой дядя найдет своего наследника. Хм. Ну что, у меня будет новый начальник. Хм. У тебя никогда не будет другого начальника. Понятно? Звони Багрову. Нам нужно с ним встретиться. Багрову? Да ты с ума сошел, Отто.
Это же бандит чистой воды. Я сказал, звони. В любом случае, Багор нам не помешает. Девушка, может вам помочь? Чё, умный самый? Конечно. Это же база данных у вас. Ну? Так давайте я сам зайду и все найду. Куда? Посторонним вход воспрещен. Так я ж не посторонний. Я частный детектив. Чего? Сыщик я. Ну да, вешай лапшу. Сыщик-прыщик. Ну не верите, не надо. Вы мне просто мониторчик разверните и клаву дайте. Я сам все найду. Какую еще клаву? Клавиатуру. Благодарю. Ну что делать? Возможно. Девушка, а вы справочку не дадите? Мне бы еще печать поставить. Девушка, а чипсами не угостите? Чего? Молодой человек, не мешайте работать. Алло, докладываю. У Кёльнера есть дочь, Маргарита Вильгельмовна, 52-го года рождения. И внучка Татьяна, 83-го года рождения. Справка на руках. Да, сейчас привезу. Отнеси, пожалуйста. Ну, через полчаса все будет готово. Обожаю. Обожаю дни, Танечка, когда вы дежурите. Все вкусно, как дома. Угу. Только это ненадолго. Подержите. Почему? Да потому что тушенки у нас осталось всего две банки. Вертолет прилетит не скоро. Так что придется попаститься. У Николая есть ружье. Он настреляет нам глухарей. Ой, не знаю. Это только в книжках все так красиво бывает. А в жизни ты вон поди, подстрели того глухаря. Николай настреляет. Он профессиональный стрелок. Правда? Да-да. Да, я сам думал, что он обычный проводник. А он мастер спорта. Так, ясно. Серафим Самойлович, а вы не знаете, зачем мы вон тот раскоп за горой начали? Что мы там ищем?
Не знаю, Танечка. Геннадий Петрович сам принимал это решение как начальник экспедиции. Да вот и я его не понимаю. Спорила с ним вчера всю ночь. Но он почему-то решил, что обязательно там что-то найдет. Вот только что. Лиля, а что вы на меня все время так смотрите? А что? Ну, во-первых, вы мне мешаете. А во-вторых? А во-вторых, это неприлично. Да вы не беспокойтесь. Татьяна Викторовна все равно сегодня на кухне дежурит. А при чем здесь Татьяна Викторовна? Ну, вы же ее боитесь, Геннадий Петрович. Лиля, прекрати. Подежурь пока за меня, а? Я пойду к раскопу сбегаю. Что-то Геннадий Петрович совсем заработался. Конечно, Татьяна Викторовна. О чем вы говорите? Идите, идите. Спасибо тебе. Давай. Господин Кёльнер спрашивает, возможно ли, если мы поедем к его дочери без вашего сотрудника? А как? Адрес-то у него. Он только фамилию дал. Es ist unmöglich. Hat nur die Nachname gesagt. Вы не переживайте. Парень у нас очень исполнительный, пунктуальный. Er bleibt stehen vielleicht. Ну, а задерживается. Ну, что-то случилось, может. Wahrscheinlich kam etwas vor, als er stehen bleibt. А вот и он, я уверен. Das ist der. Алло. Да. Да, я. Да, работал. Погодите, что значит работал? Он у нас эти... Да. Когда? Понял. Случилось что? Петруха в аварию попал. Живой? Нет. Ужас какой. Was ist passiert? Ist gestorben. Простите, я тут это... Я черепшу искала, вот. У вас что-то случилось? Mm-mm. Гена. Ну. Тобуса с документами при нем не оказалось. Ой, не нравится мне вся эта история. Немецкая. Ты думаешь... Это как-то связано? Пятая точка, чую. Немец оказался не простой баварский дедушка, а президент концерна. Справки навел? А то! Жены, детей нет, а состояние огромное. Значит, наследство? Не знаю. Не знаю, но мне кажется, что при таком раскладе родственники никому не нужны.
Все, ладно, я еду. Так, Корсавина Маргарита Вильгельмовна, 52-го года, мать. Корсавина Татьяна Викторовна, дочь, 82-го года. Улица Дубнинская, дом 81, корпус 2, квартира 10. Твои родственнички, Отто? Шайса. Работа сделана. Как видите, мы слов на ветер не бросаем. Когда можно ожидать? Ну, в общем, когда все будет сделано? Ну, недельку. Когда вы можете быть? Быстрее никак? Ну ладно, ладно, все, все. Подтягивайтесь, решим проблему. Виктор, заходи. Черти что, блин. Таможенники на объект уехали. Придется самим. Так, с ментами закончил? Да. Поехали. Надо немца прикрыть, блин. Ты что ли? Ну я. Если больше некому. Ты с оружием? Да. А, да ты без оружия опасен для общества. Что, с немцем что-то? Да надеюсь, пока нормально. Я уверен, Петруха из-за его проблем погиб. Немец оказался не простым дедушкой, а очень богатым дедушкой. Миллионером. Поехали. Кёльнера, 31 номер. Разделимся, встретимся в коридоре. Понял. Клиента. Взял. Стоять, не двигаться! Охранное предприятие. Позовите начальника. Ну давай быстрее, долго мне этого кабана держать. Не может такого. Сколько лет? 13 век. Да. Конечно. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Серафим Самойлович, ну куда же вы? Время позднее, вставать рано. Ладно, пока. Останься, нам нужно поговорить. Нам не о чем с тобой больше разговаривать. Ошибаетесь, Татьяна Викторовна. Как начальник экспедиции, я хотел бы поговорить с вами о трудовой дисциплине. Как начальник экспедиции, Геннадий Петрович, вы могли бы пойти лесом? Корсавина Маргарита Вильгельмовна. Какая? И оружие. Дубнинская. А, все, спасибо. Ну, хорошо. Проверь. Кто с тобой? Гаджиев, Давыдов. Семенова осталось дежурить у Померанцева. А что? Мальцева и на Дубинскую. А задача? Обеспечить защиту. Понял. И оружие на экспертизу. Можно завтра. Ну, хорошо. Спасибо. Господин Кёльнер, мы нашли вашу дочь. Она живет в Москве. Мы едем к ней с телохранителями. Вы уверены, что это его дочь? Да,
Ее нашел наш сотрудник, который сегодня погиб. Мистер Кёльнер вас благодарит. Это наша работа. А вы, господин Кёльнер, могли бы нас и предупредить, что вы глава концерна? Это имеет какое-то значение? Как сейчас выяснилось, первостепенное. Второй первому. Лестница чиста. Понял. Второй, у тебя что? Подъезд чисто. Четвертый, ты чего молчишь? Я на месте. Кода, вижу цель. Код подъезда. Понял. Пошли. Цель поражена. Давай. Готов. Клиент жив, квартира зачищена. Все хорошо, мы с вами. Все хорошо. Это дочь? Ваша? Да. Красивая. Так, голуби, Витька. Вызывай милицию и пусть скорую подгонят. Почему я опять? Да потому что они тебя по голосу должны знать. Пошли. Корсавина Маргарита Вильгельмовна? Да. Отлично. Вот и познакомились. Не забыть о том, как бил холодный дождь, о том, что время не вернешь, не сможешь не забыть о том, как таял первый снег, о том, кого сегодня нет, сегодня нет. Не забыть седые пряди матерей, тех, что теряли сыновей, старея. Не забыть о том, как трудно долго ждать, о том, что хочется кричать, но промолчать.